Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим пусковые провода от компании Alligator, артикул BC623 данного комплекта. Поставляются провода в полиэтиленовом чехле вот таком. Внутри находятся два кабеля длиной 2,5 метра каждый. То есть у нас идет плюсовой и минусовой кабель с красного и черного цвета. На каждом конце кабеля имеются крокодилы, которые имеют хороший ход, то есть широкие, подсоединяются к любым типам клемм. Крокодилы идут из меди, точно так же, как и сам провод, который также сделан из меди. При выборе проводов прикуривания нужно обращать внимание на то, как крепится, как зажат провод крокодилом, дабы избежать самопроизвольного отсоединения. Пропускная способность данных проводов составляет 200 ампер, то есть пусковой ток 200 ампер идет. Также провода идут морозостойкие, они хорошо гнутся, то есть и не ломаются. На морозе заявленная температура до минус 40 градусов. Можно использовать данные провода. В принципе, для небольших аккумуляторов более чем достаточно будет про запас, чтобы они лежали в багажнике. Более подробные характеристики и стоимость комплекта проводов вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.